Хидира. Хидира пас выполняет на Манджукича. Тот возвращает мяч Хидире. Удар по воротам 1-0. Открывает счет Ювентус. 36-я минута. И отличается сами Хидира. Очень затяжную атаку футболисты Ювентуса все-таки завершили взятием ворот. И вот в этой атаке, конечно, тот самый класс. А в этом чемпионате подыграл он Манджукичу. Тот успел отдать передачу. И внешней стороной стопы практически без замаха пробивает Хидира. Вовремя ушел с пути Игуаин. И сами Хидира открывает счет в матче Ювентус Песка. Во втором поединке кряду забивает Хидира. Но megint Caprarival szemben a falt, nem engedik egyszerűen a gyors támadást. A Juventus középpályásai védői nem indíthatja el a Pescarán, mindig jön egy megállító falt. Kedira! Mandzukic gól! Ezek szerint pedig nem volt lesen. Fordított szerep. La 0-2 Pescara începe să se prăbușească Hernández! Senzațional pentru Juventus. Da, e ceea ce spuneam și mai devreme. Îi se cere lui Hernández și se solicita lui Hernández cumva să tragă. El e un jucător cu șut bun de la distanță. Îi se cere să-și asume această responsabilitate. Primul gol pe